Это автомат-коробка от двигателя 4 IFE, 7 IFE. Мы предоставляем вам время на проверку, чтобы вы поставили, проверили эту коробку на работоспособность. Перед установкой мы рекомендуем обычно заменить сальник вот под гидротрансформатором. И вы можете открыть поддон и поменять там фильтр. Так, я сейчас хочу более детально показать вам эту коробку. Здесь вот тут датчик. Идет. В таком состоянии коробка внешне. Так, с этой стороны посмотрите, вот такой вот идет селектор. В любом случае селектор можете поменять. Селектор легко меняется. Так, и вот здесь вот двухконтактный датчик. Вот двухконтактный датчик, посмотрите, раз, два. Двухконтактный датчик. Задняя часть этой коробки. Так, с этой стороны только что потекло масло. Я коробку когда доставал, вытаскивал. С этой стороны масло потекло, но я ее сейчас там целлофаны засуну, либо перчатки засуну перед отправкой, чтобы машина не испачкала. Так. Ну, самая главная часть это здесь. Вот посмотрите, вот здесь вот трубка одна выходит. Вот отсюда она идет, и вот отсюда идет с этих сторон. Так, вот она, верхняя часть этой коробки. Так, ну, в принципе, и все. В принципе, все показал. Все, что необходимо было показать. Коробку поставите, проверите. В случае неисправности вернете, потому что мы не знаем, она работает или нет. Мы двигателя вместе с коробками привозим все из Эмиратов, с Дубая. И все это необходимо ставить, проверять. Только методом тыка. Здесь будет вкусно. Так, вот эту коробку я собираюсь вам отправлять.